Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Gold Rush день за днем на харде. У нас сезон 10, день 1, 10 дней до лета. Ну, поехали приводить участок в порядок, восстанавливать все, что сломано. Поначалу опять, наверное, будет тормозить там, где еще не ездили. Но ничего страшного. Рванули потихоньку. Так, для начала едем на участок Арнольда. Надо выгнать прицеп на место. Затем в банк. Продать золото. Купить еще один Франкенштейн. А также закупить деталей. Там довольно много было поломано. В банк можно было сразу заехать. Ну ладно. Телепортом пользоваться не обязательно. Время есть. Первый день копать все равно нельзя. Восстанавливать там на самом деле не слишком уж много. Прикрутить несколько деталей. Вытащить промывочную. Здесь на это весь день не уйдет. Тормозить, наверное, жутко поначалу будет по тем местам, где еще не ездили. А это... издержки ОБС-ки с этой игрушкой. Кодировщик перегружает. Цепляем. Прицеп магнетита. Оставим его на точке выгрузки. Да чё ж тебя так таскает-то? А дифференциал не включил. Так, прицеп на месте. Следующая остановка — банк. Продадим, наверное, все, что есть. Посмотрим. Заодно там поломанные шестерни. Ну, механик починит, но, скорее всего, лучше будет заменить. Поэтому закупим. Ходовую еще не разбирал. Так, продать золото. А чем оно нынче? Нормально, 1257 пошло вверх. Так, ну продавать все не знаю. Так, миллион уже есть. 1 400 000, ну пока хватит. Хотя уж не знаю, на что там дальше копить. И есть еще. Есть мысля купить то, что еще не покупали. Так, для галочки. Так, для начала дайте вот эту штуку.
Так, покупаем 755. Так, вот что не покупали еще ни разу. Отсадку 4 тир. 260 возьмем до кучи. И продадим потом. Так, что тут еще не купили. Брали, брали, брали. Бульдозер. 95 можно. Денег должно хватить. Так, фронтальный. Да все подряд берем, наверное. Маленький экскаватор. Не покупали. Остальное все куплено. Сколько вышло? 1 200 000. Берем. У нас еще слиток есть. Часть сразу продадим. Так. Машин 3 расширить надо будет. Так. Найтхавк. Это сюда. Так, посадочную машину продадим. Так, это на участок Арнольда. Это все потом. Куплено для галочки. Вот теперь машины куплены все, которые только существуют. Так, 154 тысячи осталось. Ну, сейчас часть вернем. И еще есть один слиток. И из мелочи там много чего не брали. Купим весь магазин. Приехал в забор. Времени хватит. Так, это было куплено для галочки. Продать. Удвинуть сначала надо. Так, усилить. Теперь всякие мелочи. Некоторые понадобятся. Не знаю, должны ли быть они в наличии или достаточно купить и продать. Так, магазин.
Так, даже не знаю. Прицепы. Это точно не брали. Насос не брали. Это все есть. Так, вот эту штуку даже не знаю. Вроде брал. Так, тут коврики, решетки, это все есть. Лампочка. Так, вот это точно не покупал. Ни разу. Так, этот ящик. Ящик маленький. Такого нет. Тут. Это все брал. 7-метровые тросы. 5 метров. 4, 7 метров. Всего по одному. Так, тут. Было, было, было. Вот этого не было. Тут канистра есть, ведра есть. Ладно, с запчастями займемся потом. Половину сразу продадим. Так, а ведро тут что делает? Так, это все. Прицеп. А вот прицеп мы можем продать только на участке. По большему счету нам это не надо. Чисто для галочки. Трос еще может пригодиться что-нибудь дернуть. Так, запчасти. С запчастями потом, ненужными, пока дайте нужных. Там у нас сломанная. Шестерни. Так, у нас осталось 254 тысячи. Шестерни заменим все. 6. Внутренних 2. Гусеница. Гусеница бульдозера там вроде идет. Еще не покупали. Ладно, мелочи потом займемся. Ненужный. Это точно не покупали. Движок может заменить? Сразу или не надо? Так, 96 тысяч. Да нафиг. Ладно. А это куда? К чему-то еще? Гидравлика. Ладно, достаточно. Тратится на всякий хлам. Шестерни понадобятся. Так, гусеницу одну взял. Две надо было. Трансмиссия полетела у Франкенштейнов. Механик, конечно, может восстановить, но не скоро. Дайте еще гусеницу. Так, вот эту.
Всего одно звено ломается. Насос продать надо и прицеп. Ламам. Брали для галочки. Так, на участке Арнольда можно это сделать. Потом поедем как раз восстанавливать то, что там поломано. По идее, куплена вся техника из магазина тяжелой техники. Это все прицепы, которые есть. Вся мелочь из основного магазина. Но еще не все запчасти. Перещупали. Это потом. Как-нибудь. Всегда успеем. Как его тащат. Так, сюда же прицеп надо от магазина. Так, телепортом лучше не надо, лагать будет. Да, занимаемся не пойми чем. Но время есть. Первый день все равно не покопаешь. Столбы не трогай. Хоть как-то отвлечься от копки. Так, туда же утащить прицеп и поедем на участок. Вроде не вываливается. Ящик можно, кстати, оставить. Пригодится. Да, возле магазина точки продажи нет. Так. Ящик.
И ящик нужен будет. А топливо кончается, ну до участка хватит. Так, тут продать. Так, поедем телепортом. Да, там все красное, побитое. Так, на участке. Так, для начала генератор. Освободить механика от нудной работы, менять кнопочки. Блин. Дайте ящик. Наверное, все снять не получится в один ящик. Так, шестерня нужна будет. Так, 10 штук влезет, не влезет. Пять. Вылезла. Не нужно заставлять механика чинить с нуля такую мелочь. Пусть займется чем-нибудь более полезным. Так, ящик оставить. Так, там еще что-то побито. Похоже, лампочка. Купим сразу. Так, трофеи. Это за прошлый сезон. Так. 3236 унций. Так, и работничка нет на третий Франкенштейн. Ладно, будет со временем. Так, дайте лампу. Лампа поломана, по-моему, там. Больше нигде столбов этих не вижу. Отметок. Да, а вот оно. Сразу продать, а то механик ей займется. Устанавливаем генератор топлива. Так, лампочку.
Есть лампочка, так, кнопочки. Этого хватит на целый сезон, опять же. Пять, еще пять. Блин, не вижу. Два Франкенштейна. Поехали чинить. Так, чё тут у тебя? Так, гусеница, шестерни. Ну, шестерни все... Где заменим? Так, аккумулятор. Вроде еще живой. Так, разбираем. Гусеницы бульдозера, все правильно. А должно быть экскаватора, по идее. Продаем сразу. А вот трансмиссию еще не разбирал. Так, тут она на винтах. Винтов тут немножко слишком дофига. Сперва чиню технику, чтобы механик занялся чем-то более полезным. Потом уже буду расставлять то, что в ангаре. 16 штук. И 4 звездочки. Да так, потаскаю. Все долой. Там ящик есть. Но от беготни тут все равно никуда не денешься. Эти вроде тоже снимаются. Крышка в каком состоянии? А, не видит? Не могу измерить. Ладно. Так, ящик.
Нужен, остальное долой. Тут тоже все разберем. Собрать. Так, внутреннее, наружную надо. И осталось, так, гусеницы еще и прикрутить. Да, слишком много винтов. Так, вроде все. Так, светится еще, зараза. Но значок поломки исчез. Так, движок заводится. Лента заводится. Было что-то сломано, он бы не завелся. Так, второй. Четыре шестеренки гусеницы. Да, оставил на зиму. Ну ладно. Как-нибудь. Так, гусеницы уже немножко подладили. Трансмиссия все равно под замену. Долой. Это тоже. Новенькая, усиленная. Вот это уже может пережить зиму. Прочность куда выше.
Да, время идет. 14 часов уже. А нам еще все остальное на место тащить. Подключать, прикручивать. Так, все. Закончили. Так, гусеницу дайте. Да. Еще не до конца поломано, но все равно пусть будет новое. Это все продать. Да, механик уже занялся. Не тем, чем надо. Все долой, кроме ящика. Так, ящик. Ну пусть тут живет. Не нравится. А, еще там что-то, да? Там еще что-то. Аккумулятор вроде живой. 4%. Ну, механик подтянет. Так, промывочную так принесем. Вот три предмета. Так, генератор еще. Так же, как стояло. Сепаратор столик. Олень. И не один. Генераторы. На место. То еще вдоль стены тащить. Так, сепаратор столик стояли здесь. Блин, надо было еще отцепить. Чтобы зафиксировать, хотя бы одну подцепить пока. Денег 240 тысяч. На начальную копку хватит. Плюс еще один слиток есть. К выключателям сюда. Подальше.
Пойдет. Так, ведра. На родину. Что там в кузове осталось? Так, трос пружины. Так, это туда уже. Промывочная есть. Генератор есть. Все остальное довезем. У топлива-то не вагон. Топливо не вагон. Так, ковши. Сначала попроще. Больше вроде ничего не влезет. Столбик грязь. Это все. Сюда. А, лента повернулась. Опять. Один внизу, другой наверху и два в середине. Где? А вот. Там что светится, там пружины. Не зря брали. Пружин долой сразу. Две под замену. Ну еще желтенькие, не совсем красные, но заменим. Поставим усиленные. Есть конвейер. Бункер питателя. Есть конвейер, есть. Следующая партия запчастей. Так, промывочную не сшибаем. Тем временем темнело. Мало топлива заправим. Я там еще пистолет прикрутить надо. Так. Моторы.
Мотор шейкера, мотор насоса. Труба насоса. Не падать. И мелкий насос. Так, еще что надо? Пистолет дайте. Все вроде бы. По запчастям, кажется, все. Да, чуть дальше надо было промывочную ставить, ну ладно. Забираем. Раз. Запчасть. Так, это сюда. А что, не на плоской, что ли, поверхности? Это выход. Это вход. Труба. И движок. Это все прикрутить. Тоже. Так, трубу. Она тоже прикручивается. Ну, в принципе, можно, наверное, и не прикручивать, но не так уж часто это все меняю. Снимаю, ставлю. Лишь в конце одного сезона и в начале следующего. Так что ничего страшного. Так, вроде все. Система восстановлена. Что осталось? А. Пистолет остался. Трос можно здесь оставить. Семиметровку. Ну, рай, что им что-то дергать откуда-то. Так, две канистры запасные. Так, а там так и не исчезло. Эй, заводись. Сюда не хочет заезжать. Давай тащи. О как, не тянет. Так, пистолет на место. Давай, прикручивайся.
Заправить. Освещение можно уже включать. Джип на место. К лампочке. Три штуки, а куда они светят? А, одна сюда, вторая туда, третья туда. Это пусть пока стоит. Механик шуршит, восстановит. Так, глянуть над поломки. Так. Оповещение. Разблокируем. Это все, что было. Шестерня, шестерня, аккумулятор. А вот он что там чинит. Аккумулятор чинит. Так, гусеница, шестерня. Заменили. Рабочая лампа, заменили. Кнопки, заменили. Все 10. Ну и все, больше ничего не сломано. Шестьсот сообщений. Но это с самого начала они идут. Больше нету. Так, не исчезли. Ладно, надеюсь. Боговина исчезнет с перезагрузкой. Так, все исправно. Так, экскаватор на место. А, воду не подключил. Вечно что-нибудь забудешь. Все установлено. Так, power splitter. И не то. Конвейер. Так. Вода поступает. Из бочки расхода нет. Так, все шуршит, все работает. Ну, если бы что-нибудь не работало, наверное, написала бы. Хорошо, еще вот эти ролики менять не надо. Так, все исправно. К работе готово. Экскаватор на место. Начнем с того же места, где остановились. Третью машину потом подтянем. Примерно так он стоял.
Тормоз все время жму. Так. Пануть не получится, по радиусу надо выставить. Ближе. Слишком. Примерно. Отгрузка. Пойдет. Так, все настроено. Готово к работе. Так, аккумулятор. 49. Механик трудится. Так, ну, можно уже перемотать время на следующий день. Так, 18. 6 часов добавим. Не исчезла Боговина. Так, зарплата работников 16 тысяч. Ну и больше ничего не сделали. А, теперь указано в кубических ярдах порода. То есть вот и получалось больше. То, что ярд меньше метра. Ну, не намного. Где сколько сантиметров? 90, по-моему, ярд. Я ничего не путаю. Но в итоге получается, что породы по кубическим метрам-то меньше, а по ярдам больше. Ну ладно, на этом пока закончим. Генераторы заправить. На этом закончим эту серию. Всего хорошего, всем пока.